Красиво оформленный аквариум притягивает взгляд, радует, успокаивает, наполняет эмоциями, да и вообще, в принципе, является модным живым уголком. Однако оформить аквариум так, чтобы он действительно назывался красивым, задача совсем непростая. Но этому искусству можно научиться. В этом видео я предлагаю посетить школу для настоящих аквариумистов. Школа «Мир за стеклом». Здравствуй, Евгения. Здравствуй, Дима. Я хотел бы сегодня узнать про школу для аквариумистов. Можешь ли о ней подробненько рассказать, как вообще началась, с чего началась идея этой школы? Ну, вообще идея началась достаточно давно, когда я стала проводить много мастер-классов. Меня приглашали компания Тетра, например, мы вели уроки для детей по аквариумистике. И я поняла, что вообще идея сама обучения очень мне близка, и я получаю от нее внутреннее удовлетворение. То есть не просто делать что-то своими руками, а учить других делать. И тогда у меня родилась идея действительно создать свою школу. Причем школу как для начинающих аквариумистов, да, так и для деток, и для тех, кто хочет развить свои навыки в сторону акваскейпинга и участвовать в конкурсах. И с чего все началось? Первые шаги? Первые шаги очень сложно сказать. Наверное, во-первых, они начались с того, что я скорее попала на курсы по созданию онлайн-школы, потому что я поняла, что просто взять и начать записывать уроки – это, ну, немножко не тот формат, который я хотела. Я долго думала, вообще, в каком формате может быть школа? Просто там записать какие-то уроки на Ютубе. Думаю, ну и что? Таких уроков или там просто видео на Ютубе очень много, но это не то, что хотела я. То есть я хотела создать именно полноценную систему, которая доводила бы людей до результата. И таким образом я просто попала в школу тоже, как ни странно, где меня научили создавать правильно продукт, правильно обучать людей, и, соответственно, отсюда началась вся школа. Слушай, насколько я знаю, ты один раз или даже не один раз была на телевидении. Да, много раз. А там была какая-нибудь реклама, и ты там говорила о том, что есть такая школа? Или это было до этого? Это было до этого, к сожалению, да. Но мы сейчас регулярно тоже пытаемся вылезать на федеральные каналы, чтобы продвигать аквариумистику. Но, кстати говоря, такой момент достаточно тяжелый, и считается, что наша аудитория специфическая и малочисленная. Хотя я считаю, что это совершенно не так, и если мы не вылезем на телевидение, то мы действительно останемся вот по общим впечатлениям, что нас мало, и это никому не интересно. Но это неправда. То есть если кошки-собаки считается огромной аудиторией прямо интересная, то с этих кошатников и собачников огромное число тех же самых людей, которые увлекаются аквариумистикой. Другое дело, что в каких объемах увлекаются аквариумистикой, да, потому что у кого-то может быть аквариум, но они могут не сидеть на Ютубе, допустим, не быть в социальных сетях нигде. И не уметь обращаться со своим аквариумом так, как могли бы, если бы они знали, допустим, о нашей школе или о том, что вообще, в принципе, аквариумы – это немного сейчас уже другой уровень, нежели, как мы знаем, да, наши представления. Игрушками. А сколько лет школа уже существует? В январе будет уже школе 2 года. То есть у нас сейчас, например, самый первый курс, который мы запустили, это был в формате онлайн-курс. Аквариум – это просто. Вот в январе ему будет ровно 2 года, и сейчас, вот в ноябре, будет 13-й поток. Угу. А сколько преподавателей в этой школе? У нас разные курсы и, соответственно, разные преподаватели. То есть, допустим, онлайн-курс «Аквариум» это просто веду только я, и где-то мне помогает Григорий. То есть у нас есть, допустим, с ним один специально записанный, дозаписанный, даже правильно сказать, урок по освещению, потому что Григорий в этой теме, ну, рулит, ничего не скажешь. И он мне очень много помогает с ответами на вопросы, потому что у нас помимо обучающих уроков есть также встреча онлайн, ответы, вопросы с учениками, когда они имеют возможность по пройденному материалу задать вопросы и получить... По истечении какого-то времени, да? Да, конечно, потому что то есть на протяжении курса... Домой, там что-то пробовали. Они не то что с сознанием поехали домой, они сидят дома как раз-таки, находясь где угодно. У нас есть ученики и из Швеции, и из Финляндии, и из Японии, то есть разные страны, и в том числе по России мы разбросаны очень уже обширно. И они имеют возможность смотреть дома, не отрываясь от компьютера, да, никуда не уходя, где угодно, уроки,
просматривают материал и дальше имеют возможность через чат задавать вопросы, либо приходить на наши онлайн-встречи, где они получают подробный ответ. Причем у нас задача, в принципе, курса не то, чтобы они просто посмотрели эти уроки, а основная задача, чтобы они сделали свой аквариум. То есть они либо его переоформляют, то, что есть, и переделают в правильную работающую систему. Ну, то есть мы прорабатываем концепцию, мы ее потом дополняем оборудованием так, как это положено, чтобы оно жило, функционировало. И впоследствии мы прорабатываем дизайн так, чтобы он был, во-первых, жизнеспособным, во-вторых, это была картинка, которая будет эстетически удовлетворять, собственно, последующую его. Ну, здесь люди, которые собираются в вашем магазине, в это другой курс. Это другой курс. Да. Много уже учеников было здесь? Много. То есть этот курс у нас вытек из первого онлайн-курса, потому что в формате видео, конечно, это все здорово. Мы видим высокие результаты. У людей получается действительно с видеоформата поймать всю информацию и воплотить ее у себя в аквариуме. Но, тем не менее, проблематично свою руку просунуть через экран и подвинуть. То есть мы, конечно, там можем что-то дорисовывать, говорить, переставь туда, 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 туда. Но мы поняли, что им не хватает навыка все равно, когда мастер рядом с тобой имеет возможность тут же подправить тебя, направить, подтолкнуть, да. Угу. И так родилась возможность, собственно, в Биллбоксе сделать курс. Много было здесь? Да, около 80 человек. Вот мы уже посмотрели, у нас есть общий чат, в котором есть все выпускники практического курса, то есть около 80 человек. Какая у них была дальнейшая судьба? Они участвовали, может, в конкурсах каких-то? Самое интересное, что они участвуют в конкурсах, да, они выигрывают конкурсы. Вот этот Hardscape Battle у нас выиграл последний, да, сентябрь Дима. Он не учился на практике, но он учился на онлайн-курсе. Прошлый Hardscape Battle у нас выиграла Женя Федосенко. Она у нас прошла как раз в первую очередь практический курс, она на него пришла. Потом был онлайн-курс, на котором она учится. И вот сейчас мы специально для тех, кто прошел уже практический курс, но у них остается желание учиться дальше, совершенствовать свои навыки. То есть мы для них написали новый курс, модуль 2, расширенный. То есть они возвращаются обратно? Они не уходят, то есть это невозможно уйти. Они приходят на другие курсы, то есть они проходят там, допустим, по флорариуму у нас есть курс. То есть те, кто к нам пришли, они не уходят. Они остаются внутри нашей семьи и учатся, совершенствуют свои навыки дальше. Скажи, пожалуйста, а что они здесь вообще изучают? Какие есть уроки? Уроки чего? Вот, допустим, сегодня будет у нас первая группа. У них будет четвертое занятие, которое будет им вести Дима Черносков. Это один из наших преподавателей, тоже акваскейпер. Насколько я помню, он выигрывал наши конкурсы, такие как «Кадр», конкурс аквариумного дизайна России. Какой год, не помню, но помню, что первое место у него было. Вот, урок у них будет по перспективе. Вообще в этом курсе у нас в первой ступени 5 уроков, посвящен он, конечно же, основам композиции. Да? Ребята перед тем, как прийти в песочницу, смотрят 3 видеоурока. Это о том, как правильно выбирать камни, как правильно выбирать коряги, на что обращать внимание. И третий урок у них как раз основы композиции. То есть вся теория выведена в формат видеоурока. Далее они приходят сюда, уже подготовленные, но с кучей вопросов. И мы начинаем эти вопросы рассеивать здесь в уроках. То есть первый урок у нас это угловая композиция, она же треугольная. Второй урок это остров, потому что это как бы некая последовательность, которая уже отработана, что так проще. Третий урок – это U-образная, которая является составной либо из двух островов, либо из двух треугольников. Четвертый, соответственно, перспектива, потому что у нас, как правило, появляется уже дорожка, и хочется по мере того, как ты уже совершенствуешь свой навык, увеличивать глубину этой перспективы. Да? Мы рассказываем, как детализировать передний план, как правильно делать средний план, потому что самая большая ошибка, когда люди делают аквариум, оформляют, это отсутствие среднего плана. Получается, что у них есть передний план и есть задний. И когда фотографируют, эта картинка выглядит плоской. Вот мы делаем, учим, как делать ее объемной. То есть, чтобы была перспектива, так перспектива. И пятый урок у нас по склейке декора, который ведет Сережа Моногаров. Он учит ребят делать сложно сочиненные композиции, то есть, что называется, из палок и камней, склеить вот такую штуку. Не из ничего, да? Да.
Так вот, еще хотел спросить, что получается вот эти курсы, которые здесь, они идут только по оформлению? По дизайну, да. По дизайну. А есть еще уроки по содержанию аквариумных рыб, например? Это онлайн-курс. Лечение. Лечение нет. Лечение мы убрали тему, и вообще, в принципе, когда у нас задают вопросы наши ученики, мы говорим о том, что нет, вот простите, ребят, мы некомпетентны, да, потому что да, мы можем сказать, чем лечить манку, там, ответить на какие-то простые вопросы. Своим опытом делиться. Да, но я считаю себя некомпетентным специалистом, который мог бы раздавать рекомендации по лечению рыб, потому что для этого есть специалисты. Если у нас будет такой специалист, с которым мы сможем записать курс, то мы сделаем курс. Да, но сама давать консультации в том, в чем я не разбираюсь, я, например, не буду. То есть ко мне с вопросами по дизайну. Спасибо, Евгения. Теперь давай пойдем посмотрим. Самое интересное. Самое интересное, как все это дело происходит на самом деле. На основе принципа перспективы строятся все композиции, включая там, треугольник, центральный остров и U-образный, так вы говорите, возьмут. Смотрите, все себе представляют, наверное, сталинские высотки, да? Вот то же самое с Каменных. И дома, которые строят пик. То есть абсолютно одинаковая фрейм с окошками, ровный, ничем не отличающийся. И сталинские высотки. Вот за счет количества деталей, которые присутствуют в объекте, мелких всяких деталей, получается его масштабность. То есть чем больше мелкого, которое мы можем различить взглядом, тем предмет кажется нам более таким массивным, колоссальным, здоровым. И вот, то есть высотка там 14-16 этажей максимум, да? 20 с чем-то максимально этого количества этажей. Но она кажется такой бабум, бандурой. И пиковский дом в 30 этажей ни о чем, ну просто вот такая. Вот об этом тоже стоит помнить, потому что, например, смотрите, вот этот камушек, да, он нам будет казаться меньше всегда, чем, допустим, вот такой, в котором больше деталей. Но даже если они будут одинаковые по размеру, они будут восприниматься нашим мозгом, сознанием, потому что вот этот вот, зараза, больше. То есть это, ну, немножко стоит обращать внимание на это, заморачиваться не стоит, потому что это иногда мешает знанию. Но учитывать я бы рекомендовал. Похожим. То есть похожим на них. Да, то есть вот этот вот явно не отсюда. И вот этот вот мне тоже очень не нравится, он больше на лаву похож по своей структуре. То есть может быть его там другим углом как-то повернуть, чтобы спрятать это его нехорошее свойство, что он, блин, наполовину вулканический. Это точно делит симметрия сразу, смотрите, она прям по центру. То есть здесь равно, конечно, здесь. Она должна приходить. Она как-то должна сдвинуться. То есть, эти, может быть, стоит оставить, просто внести их вот сюда, выглянуть. А эти, наоборот, запрятать. Видите, что они разобьются за счет груза по плану. Оп, и он ушел на задний план сразу же. Он не слитый с ними. Я как раз об этом Лене говорю.
То есть здесь вот не хватает переднего плана, чтобы закрыть вот это все. Если мы не хотим сюда что-то ставить, закрыть отсюда, чтобы не видно. Там она гораздо шире, чем здесь. То есть ее по-хорошему надо немножечко сузить. Нет, сузить, да. Хотя бы чуть-чуть. То есть вот эти камушки как-то вот так. Вот так вот привести. Просто ее заузить. Женя, я правильно понимаю, это работа других аквариумистов, которые учились этому делу вчера? Да, все верно. То есть это делали тоже ученики, только это делали уже ученики на втором модуле, то есть ступень выше. Продвинутые. Уже прошли, да, то, что вот сейчас происходит в песочнице. Потому что здесь уже задача несколько сложнее, потому как это нано-объемы. То есть, в принципе, все то, что мы изучили, надо умудриться закомплектовать в меньший объем. И самое интересное, что это ведь кубики в данном случае, да? Здесь немного другие пропорции, и с ними тяжелее работать. А кроме того, мы здесь еще ввели и зелень, то есть видно, да, то есть вид совсем меняется. То есть мы на примерах нано-объемов учили, как правильно работать еще и с растениями, потому что вообще, в принципе, весь первый курс мы не используем растений и объясняем ученикам, что мы с вами делаем законченную композицию, то есть именно хардскейп, да, скелет. И не представляем, как тут будут растения. То есть мы не говорим, что «а вот здесь я так хотел, чтобы вот будет там глистерия или что-то, да, заполнить». То есть мы их учим делать именно скелет. То есть здесь мы уже делали с учетом растений и проговаривали, какие растения могут быть. А, ну здесь идет растение, которое сейчас это мох, и вы его используете как тренажер. Да, это именно просто тренажер, но я тебе так скажу, это жизнеспособная история, которая может остаться как флорариум. То есть здесь просто достаточно закрыть покровным стеклышком, периодически опрыскивать, и оно будет жить. Очень интересно. Ну, а какие сюда растения вместо мха можно было бы посадить, вместо этого мха? Ну так, на скидку сейчас. В подобных композициях, когда есть некий горный ландшафт, да, с хорошей перспективой, когда, чтобы его не сломать, я рекомендую использовать вообще кладофору, которая имеет мелкий ворс и не портит масштаб. То есть вы ее разламываете? Разламывать, и прекрасно она раскладывается и живет. Ну, вы, получается, ученикам тоже рассказываете о том, какие растения можно будет засадить вместо этого мха. Да. Они уходят с этими тоже знаниями, да? Да, да. Да, более того, здесь вчера, например, был более сложный ландшафт, просто мы его разобрали, можем фоточку показать. Здесь были елочки, то есть с использованием мха, и в аквариуме возможно сделать то же самое, потому что, насколько мы знаем, он имеет треугольную форму. И как сделать эти елочки, собственно, мы вчера показали ребятам. Ничего, отлично. Закончился у нас сейчас один урок, который был посвящен, получается, оформлению хардскейпа, да? Перспективе. Я даже так скажу, масштаб, плановость. Сейчас у нас еще начнется еще один урок, который будет вести уже Григорий. Ну, нет, буду я вести. А, ты будешь вести. Да, это уже мой урок, потому что это биотопные композиции. К сожалению, у нас нету других экспертов, которые могли бы это рассказать. А ты же участвовала в конкурсах по биотопным композициям. Конечно. И была даже победителем. Скорее не то, что победителем, а призером. Призером. Да, потому что второе место, третье место – это не победитель, это призер. А победитель – это всегда первое место. Да, кстати говоря, так про олимпийских чемпионов наших. То, что вы не заняли серебро или не заняли бронзу, а проиграли золото, да? Да, да. Что вот это такое? Расскажи, очень интересная вещь, мне очень она понравилась. Это продолжение вот наших нанокубиков, которые мы уже посмотрели. То есть это тоже нанообъемы обучения работать с меньшим объемом. То есть умудриться поместить сюда тоже какую-то композицию, какую-то свою историю.
Но это уже получается не совсем аквариум, это флорариум. Это флорариум, да. То есть он просто немножко заливается водички, чтобы вся эта история имела небольшую влагу внутри за закрытой крышкой, и она будет жизнеспособна. То есть получается, каждый ученик, который приходит в эту школу, он также проходит еще вот такие вещи. Не каждый. Это не каждый. Это уже те, кто отучились на первом, и те, кто пошли на это уже продолжение дальше. Да. И как его оформлять? С помощью пинцета? Галь, как ты оформляла вчера? Руками что, не залезешь? Пинцетом. Очень сложно, да? Да, глаза в кучу потом. А уход за ним какой в дальнейшем потом? Никакого просто ухода, да, по сути. Главное правильно освещать, чтобы это не поросло вдруг какой-нибудь ниткой или сине-зелеными. А, то есть здесь еще нужно его и лампочку какую-то придумать. Ну, лампочку, да, естественно, освещение – это же живые растения. В данном случае это мхи, но тем не менее им же свет нужен. А если его просто поставить на подоконник, этого будет достаточно? Да, прекрасно. То есть не пересвечивать как раз. Она будет запотевать периодически, это можно на пинцетик, салфеточку и протирать стеклышки. Угу. Спасибо. Ну, давай просто покажем поближе. Пойдем. Смотри, да, поближе. А ее открыть можно, кстати? Можно, да. Посмотрим, как. Одна группа прошла это занятие, и мы столкнулись с тем, что, оказывается, это целая проблема, и она в корне меняет все то, что вы знали до. Получается таким образом, что мы должны учитывать внешние факторы, то, как они течением гонят песок, как укладывает эти камни, как кладет листву, как растут коряги. Мы с вами привыкли делать коряги вот так, а они-то вот так. И все те приемы, которые композиционные мы изучали ранее, в биотопе, они тоже применимы. И более того, с их применением биотоп становится красивым и интересным. И мы как раз это и будем сейчас пробовать делать так, чтобы это выглядело естественно и композиционно интересно. Поэтому начинаем мы все с той же самой горки. Без разницы, что мы делаем, угловая композиция, U-образная, там, без разницы. Единственное, сегодня у нас будет ограничение по работе с материалом. Мы возьмем отдельно галечку. Она у нас будет прям даже, может быть, на две песочницы, потому что галька – основной материал. В сочетании галька, в сочетании, поймайте это, да, с элефантом, они очень хорошо сочетаются, но это не значит, что мы прям берем пополам гальки, пополам элефанта. То есть может где-то галька проскакивать в качестве небольших элементов. А мы работаем мелкими отсыпками, которыми мы раньше на перспективе с вами уже работали. Работаем с серым камнем, вот с этим. Вот средний, да, серый, который именно. Все остальные фактурные мы не берем. То есть, сами понимаете, из дракона особо подводную картинку не сделаешь. А подводная картинка, она в основном с окатышами. Вот. Коряги участвуют. Более того, возможно, проще вам будет, если вы выберете изначально корягу, которая станет основой. Но при этом вы должны понимать, что коряга растет в грунте. Она не будет стоять сверху над камнями. Она проросла сквозь это все и туда вплелась. То есть раньше мы ставили с вами камушки, формировали терраски, а теперь мы все то же самое засыпаем нафиг песком. Thank you.
Жень, скажи, пожалуйста, таких вот школ, как у тебя, их много сейчас в России? Не то, что в России, их, в принципе, в мире нет. Мы вот когда только начинали, мы были единственной школой во всем мире, которая занимается аквариумистикой или направлением аквариумистика, торгомистика. Угу. А сейчас? А сейчас есть много, кто пытается тоже делать школу, насколько я знаю, но не знаю, насколько успешно. Но вы были первыми и самыми, теперь получается, самые опытные, да? Наверное, я надеюсь, что да. Спасибо тебе большое за то, что пригласила на этот урок. Мне очень сильно понравилось, и я надеюсь, то, что нашим подписчикам тоже будет интересно прийти сюда и попробовать сделать это, прийти и пройти обучение. Кстати, еще раз, обучение проходит сколько дней? Первый модуль – это 5 уроков, второй модуль – это уже 6 уроков. Первый модуль – 5 уроков, 6 уроков. И по какие дни проходит обычно? На самом деле мы набираем разные группы. Это есть группа выходного дня, которая учится по субботам и воскресеньям. Причем это 2 времени, даже 3. Это есть и утренняя, и дневная, и вечерняя группа. И также бывают будние дни после 7 вечера. Ну вот, например, да, сегодня, например, сегодня получается с 11.30 начинается, да? С 12. С 12 до 2 у нас занималась первая группа, потом с 3 до 5 занимается вторая, и с 6 до 8 третья. На которую я, к сожалению, уже не смогу остаться. А что сейчас будет? А там будет мастер-класс по стрижке аквариума. А кто будет вести? Сергей Виноград. То есть все 3 урока разбиты, чтобы не уставать тогда, как разбиты На... Ну, допустим, вчера и все 3 урока вела одна я, хотя были разные темы. Ну, бывает по-разному. Как твои ноги? Вчера было тяжело, да. Это что-то вот садиться, вставать каждый раз? Да, да. И кроме того, сколько кругов вокруг надо пробежать. К каждому подойти. Да, ну, зато надо ходить в спортзал. Спасибо тебе. Давай нам пятак. Спасибо вам. Буду рад прийти к вам еще. Приходи. Пока-пока. У школы «Мир за стеклом» есть цель – осуществить мечту людей из любой точки страны. Научиться делать аквариумы, террариумы и флорариумы, радующие глаз, которые станут истинным украшением вашего интерьера. А главное – научить, как тратить на них минимум времени, сил и денег. В описании под этим видео ссылка на группу ВКонтакте, где вы найдете много полезной информации и красивых аквариумов.